Экологи бьют тревогу. Волга становится грязнее с каждым годом. Мусор на прибрежных территориях, сброс сточных вод и химических отходов предприятиями – основные источники волжских бед. В День Волги очищать берега одной из самых больших в Европе рек волонтеры отправились в Национальный парк «Самарская Лука». Очень много, к сожалению, сегодня вот прибрежных территорий замусорено. Вот, усилий, которые сегодня могут предпринять сам Национальный парк, явно недостаточно. Самое главное, это если люди будут поменять свои отношения к Волге. В прошлом году Роспотребнадзор оштрафовал нарушителей речной экологии на 1 000 000 рублей. Инспекторы регулярно проводят рейды по местам отдыха жителей Самарской области. Правда, штрафы за оставленный мусор невелики – около 500 рублей. Экологи продолжают взывать к сознательности волжан и убеждать убрать за собой последствия веселого отдыха. Людям надо обеспечить место, куда они могут разместить свои отходы. И тогда, конечно, количество вот этих несанкционированных свалок у нас должно сократиться. На установку специальных бункеров в местах массового отдыха областное министерство выделит около 50 миллионов рублей. На средства городского бюджета в водоохранной зоне планируют установить 1,5 десятка контейнеров. Бункеры уже появились в поселке Южный на спусках Шмидта и Советской армии. Усилят и ряды волонтеров. В скором времени в Самаре создадут региональное экологическое движение, которое и будет отстаивать чистоту волжских берегов. Марина Кравцова, Сергей Баскин, ГИС «События».